Клик! Всем привет! А вы знаете, какой сегодня день? Всем пофигу, какой сегодня день. А вы знаете, почему я сегодня в красном? Всем пофигу, почему ты в красном. Добрый день! Какой он нафиг добрый? Блин, Никитос, ты мне дашь сегодня программу начать или нет? Итак, всем привет! Вы знаете, какой сегодня день? А вы знаете, почему я сегодня в красном? Ха, ни за что не отгадайте. Но я наконец-то сходил на фильм «Дэдпул» в кинотеатре. И что самое интересное, у меня почему-то при покупке билета спросили паспорт. У меня? Паспорт? У меня паспорт? Ладно, не суть. В эфире программа «Клипок», и с вами ее ведущие Граф Рок и Никитос. Итак, сегодня в эфире. Группа «Одиночество», город Екатеринбург, с видеоклипом, напоминающим рекламу контрацептивов на резине. Рок-сборная «Новороссийск», «Владивосток», «Находка», группа «Республика Марс», с клипом с оригинальным названием «Где-то на Марсе». И группа «Burning Birds» с видео про белорусского картофельного мачо фермера Джейка. Все мы знаем, что основной зритель, смотрящий клипок, до сих пор ждет по воскресеньям Disney Club в 8 утра. И специально для вас мы подготовили особый подарок. Сегодняшнюю передачу мы начинаем с мультипликационного клипа. И если вы любители мультрэша, то этот клип по-любому придется вам по душе. Потому что в нем рассказывается про проституцию, зомби и, конечно же, резину. По первому снегу вновь. Неужели ты хочешь? Никогда бы не подумал, что после «Дома 2» я вновь увижу Ксению Собчак. Да еще и играющий на басу в группе «Одиночество». Неужели ты хочешь, чтоб наша страсть превратилась? Видишь, так бывает. Снег и в то же время дождь. Мы в машине одни, твои руки нежны. По телу дрожь, ага, поцелуи твои все ниже. Граф, как ты думаешь, почему эти ребята ни с того ни с сего превращаются в зомби? Ну, глядя на то, как сосется эта парочка, мне тоже хочется превратиться во что-нибудь. Граф. Я возьму тебя с тыла, прости, но почему ты так бледна? Мы с тобою на летней резине по первому снегу вновь. Неужели ты хочешь? А нет, все-таки чуваки стали превращаться в зомбаков, глядя на то, как Собчак рубит на басу. Кстати, судя по количеству народа на ихнем сейшене, дело явно происходит в Москве. Хочешь, чтоб наша страсть превратилась? Черно, темно, будто ночь, учеба, работа, друзья, враги, всех нах, все прочь. Ага, здесь машины одни, здесь наша с тобой страна грез. Больно? Да. Нет, просто приятно до слез. Мы с тобою на летней резине по первому снегу вновь. Неужели ты хочешь, чтоб наша страсть превратилась
Любовь, мы с тобою на летней резине по первому снегу вновь. Неужели ты хочешь? Неужели? Блин, чувак только что чуть ли не планету от зомби спас, а бабе вообще пох. Чувак, если бы у меня были сиськи под мышкой, мне бы тоже было на всю пох. Еще живы? Да пох, давай жариться. Люди проносятся мимо, но им на нас наплевать. Просишь поменять резину и гнать, и гнать, и гнать, и гнать. На самом деле мы не особо поняли основную идею этого клипа, но мораль мы уловили, я думаю, точно. Если уж ты снял себе проститутку, то что бы ни случилось, пусть она отрабатывает свой кэш. Но помни, что если тебе угрожает реальная опасность, ты всегда можешь скормить ее медведю. А следующее видео будет от группы Республика Марс. На самом деле видео достаточно обычное, но при этом группа, которая исполняет эту композицию, достаточно необычная. Ребята интересны тем, что в реальной жизни они практически не встречаются, так как живут в трех разных городах – Новороссийск, Владивосток, Находка. Наверное, эти товарищи не понаслышке знают, что такое пьянка по скайпу. Никитос, мне кажется, я запутался в своих линиях жизни. Что мне делать? Жизнь все равно тебя поимеет, брат. Это тебе пригодится. Ее имейл — это путь и водитель по параллельным мирам. Она взяла чемодан, туда сложила лэптопы, и вновь отправилась в путь по сердечным делам. Устав от привычных разборок на личном фронте, подальше в корзину отправила все. Вообще считается, что если у человека на стене висит ковер, значит он родом из 90-х. А этот чувак, походу, из супер 90-х. У него все стены в коврах.
Видимо, у этой девушки реально настала в жизни та пора, когда время собирать камни. А может быть, эти камни просто живые? Новороссийск, Владивосток, Находка, а басист, по ходу дела, вещает из Припяти. Клип от группы «Республика Марс». На самом деле видно, что ребята проделали большую работу. Каждый из них снял свой собственный видеоряд, каждый в своем городе. И все это вылилось вот в такой вот замечательный клип. Поэтому я хочу пожелать ребятам удачи, творческих успехов и, конечно же, встречаться почаще. Ребята, вы молодцы. Так держать. Группа «Burning Birds» с видео про белорусского картофельного мачо фермера Джейка. Вот это колхоз месяц! Чувак на курице наварился. Ну не знаю, я на резине сижу, и мне норм.
Это ты тут резину толкаешь? Ну я толкаю, и чё? Чё почём? 50 тысяч. Чего? Рублёв. А, рублёв. Рублёв. Ну что ж, друзья, подведем итоги сегодняшней передачи. Мы успешно прорекламировали контрацепцию, поупражнялись в хиромантии и просрали пару тысяч рублей. Ну а на этом все. С вами были Фермер Иван и Никитос. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Ого! Вот это колхоз! Да-да, колхоз месяц! Да-да! Ого! Вот это... Ты диван сломал!